Международный аэропорт Симферополь в июне текущего года обслужил 1 миллион 3357 пассажиров, что является рекордом для этого месяца за всю историю наблюдений. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской воздушной гавани. 19 июня аэропорт принял и отправил в общей сложности 268 пассажирских рейсов. Во все предыдущие годы суточный трафик не превышал 250, говорится в сообщении. Наибольшее число пассажиров в минувшем месяце было обслужено 26 июня, когда терминал принял и отправил 41 424 человека. В целом, за полгода Симферопольский аэропорт обслужил более 2,5 миллионов пассажиров, что в три раза превышает показатели аналогичного периода в 2020-м и на 30% доковидного 2019-го. Более 2,5 миллионов пассажиров к середине года Крымская воздушная гавань обслужила впервые в своей истории, отметили в пресс-службе. Наиболее популярными направлениями полетов в июне стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. По числу перевезенных пассажиров лидирует авиакомпания «Аэрофлот». Всего в июне обслужено 7 тысяч регулярных рейсов.